Друзья, у меня есть что сказать. В этот прекрасный день, то, что мы здесь собрались, неспроста. Ура! Нормально, раскачь в столовой, да, так получилось? В смысле? Не, брат, ты нормально все? Че, проблема, что ли? Понял, блядь. Слушай, че ты, блин? Успокойся, все, ты смотри. Брат, спасибо за то, что... Я в жизни не слышал таких слов. Я даже не успел сказать, здесь некоторые уже закончили этот тост мой. Брат, честно говоря, вот такие теплые слова, что... Да. Я... Очень рад, что с нами сидит это прекрасное, восхитительное, несравненное. Рухижак! Абдурахманова! Фамилия запутался, да? Думал Халидова сказать, потом понял. Нет, лучше Халидова не говорю. Лучше Абдурахманова. Земляли, в принципе, ты свободен. Все, пожалуйста. Чай тоже состав. А? Чтобы вот такой стол, самый бедный стол был. Сурдана, в этом кафе. Рахат лукум. А, на фете, да? Спасибо огромное вам, молодежь. Вы уже на ютубе, читайте. Да. Итог сегодняшнего, то, что я... Кто платил, кто башлял? Не, я хотел сказать, мой руководитель, работодатель, Агай. Даже это не тот, который снимает это видео сейчас? Ва, он что ли? Да, я его не узнал даже. Не узнал даже его. Брат, хорош, да, кишковать. Просто точку поставил вот в этом беспределе. Он чихал, короче, на эту точку, на это видео. Нормально, брат, быстро. Давай, жена мне вредный человек. Вредный, да, здесь что? Все, кто старше 40, уже вредный становится. А, понял. Жена жена в столовой или в коллективе? В коллективе. Все никому не говорю. Балвес, ему еще нет 40. Да? Да. Не понял? Кто там? Сайчик, это мужчина. Вредный. А? Ну что чувствуете? Прикинь, он сказал, что тебе уже за 40. Покажи, а вот когда тебе 40 было, ты вредная не становилась, да? Ва-а-а, какие мысли. Да, какой мысли надо было снимать? Не стоило снимать человека, который этот счет оплатил сейчас, черт. Для чего это? Я же хотел скромно в стороне остаться. Нет, ты скромный человек. Ты никогда никому не рассказываешь, что ты оплатил. Я чисто, брат, на расслабоне так. Брат, да, я вижу так. Ура, мы оплакала твоя зарплата в этом месяце. Ну что ж, мы находимся в самой дешевой столовой. Ну, самое доступное, дешевое, это слово плохое, да. Цены нормальные, все похавали от души. В принципе, вкусненько. Да. Кто вот, вот там ты... сейчас за рабочим столом обеда не дождался, пацаны? Капайте, братан, давайте посмотрим, как муслим ест. Люля. Видеоблог Омаровых. Давайте видеоблог. Как муслим будет есть люля? Не пюре, а люля. Брат, что я могу сказать, короче? Люля. Дай бог, да, чтобы в моей жизни вот таких счетов поменьше было. Да, все нормально, земля. Не, когда с нами такой пассажир, такой счет будет только увеличиваться, брат, честно говоря. Понял, брат. Вот. А, да. Все, земля. Салаты, в принципе.